Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Хочу вас сегодня познакомить вот с таким вот томатиком. Сорт называется Лигурия. Вот такие вот красивые грушевидные плоды. Это не самый крупный плод. Есть гораздо крупнее, примерно раза в два. Это, можно сказать, что один из мелких плодов, которые я сорвала. Сейчас я вам его взвешу и покажу, какой он на разрезе. 225 грамм весит плодик. Вот такие вот грушки. Вот такой вот он на разрезе томатик. Я уже снимала с этого томата плоды. Очень урожайный куст. Очень много на нем плодов. Просто увешанный. В меру и сластинки, и крестинки в этом сорте. Куст очень высокорослый. У меня он уже убежал из теплицы по высоте. Вот такой вот сорт Лигурия. Томата Лигурия. Вот такие огромные у него мешочки. Приближаются, наверное, грамм 450. Огромные. Очень урожайный томатик, который уже собирается у меня сбежать. Первая кисть уже здесь полностью у него снята. Вот. Очень мощный томатик. Очень высокорослый. Больше 2 метров в высоту. Если бы я знала, что он такой высокий, я бы его на край бы теплицы не посадила. Но очень урожайный, очень крупные плоды. Плоды мясистые, красного цвета. Очень я этим сортом довольна. Сорт под названием Лигурия. Посмотрите, какая кисть. И сзади какой там томат хроменный висит. Сорт Лигурия.